Ангарская служба занятости населения готова к прибытию граждан из Украины. На городскую биржу труда за помощью и содействием в трудоустройстве пока обратились лишь 9 человек. Двое из них трудоустроены на рыбоперерабатывающее предприятие. С остальными соискателями каждый четверг проводятся встречи, чтобы помочь сориентироваться в ситуации на бирже труда. Прибывают граждане с имеющими профессиями. Это инженер-программист, электромонтажники, электромеханик есть, охранники, товаровед. Значит, женщина одна обратилась. Всех мы их регистрируем, содействуем, выдаем направление на работу. Особого ажиотажа такого нет. На сегодняшний день в базе вакансий нашего центра 449 вакансий существует. По 17 вакансиям работодатели готовы предоставить и служебное жилье.